И поехали. Прием выигрывает Акерланд. Светлица Терск второй. Молниеносная. Харакан. По противоположной прямой лидирует Акерленд. Светлица Терск. Молниеносная. И тут же по бровке Харакан. Участники скачки минуют отметку 1000 метров. Акерленд лидирует. На втором месте по бровке Харакан. Светлица Терск и Молниеносная. 400 метров пройдены за 36 десятых секунды. По-прежнему лидирует третий номер Акерленд. На второе место полевой стороной выходит Молниеносная. Харакан. Светлица Терск замыкает. И лошади выходят на финишную прямую. Компанию выводит Акерленд. Харакан вторым. Молниеносная третий. Светлица Терск по бровке четвертой. 500 метров пройдено за 34,2 секунды. Акерленд наращивает свое преимущество. Харакан вторым. Молниеносная третий. Светлица Терск замыкает. Акерленд приближается к финишу и выигрывает скачку. Вторым финиширует Харакан. На третьем месте Молниеносная. И Светлица Терск четвертой.